Всем привет! Меня зовут Ольга. Я рада приветствовать вас в своей мастерской. Я рисую с самого детства, и родители мне всегда говорили, что я хорошо рисую. Но я думала, что так все родители говорят своим детям. До института я рисовала просто для себя, и никто меня особо ничему не учил. Профессионально с рисунками и живописью я столкнулась уже в институте. И мне очень повезло с преподавателем рисунка и живописи Зонтари Ириной Михайловной. Она не навязывала студентам академический рисунок, академический стиль, а каждому помогала найти что-то свое. Тогда я и столкнулась с такой интересной техникой впервые, как белый карандаш на темном фоне. Этот способ меня очень зацепил. Ведь обычно на белом фоне нужно все затемнять. Берешь черный карандаш и добавляешь тень. Тени становятся с каждым разом все темнее и темнее. В итоге вырисовывается изображение. А с черным фоном все наоборот. Берешь светлое и добавляешь его в темное. Теперь добавляется не тень, а свет. И рисуя, всегда добавляется свет, чего не происходит с обычным белым фоном. Такая техника очень хорошо подходит по смыслу данному персонажу, по сюжету. Вначале он был не самым добрым и светлым человеком, даже злым. Но ближе к концу своего пути что-то светлое начало брать в нем верх. И в итоге он совершил героический поступок, пожертвовал собой ради других людей. Наверное, это самое сложное. Знаете, быть на светлой стороне и просто не свалиться во тьму, прилагая какие-то усилия, всегда держаться правильного пути — это одно. Но уже быть во тьме, совершив какие-то деяния и выбраться на свет, изменить себя, изменить свою жизнь — это другое, это намного сложнее, мне кажется. Это требует невероятной силы воли. И это качество очень цепляет меня в характере человека.